Секретарь матча Светлана Ведьмина. Давайте знакомиться с составами команд. Главный судья Виктор Марков, международная категория Санкт-Петербург. Инспектор Всероссийской Федерации волейбола Сергей Чижов, мастер спорта международного класса СССР. Итак, команда «Динамо» Москва. Следующие игроки в составе: Ярослав Подлесных, доигровщик первый номер, Илья Власов, блокирующий второй, Сэм Дерум, доигровщик третий, Романас Шкулявичус, диагональный пятый, Евгений Баранов, либеро седьмой, Владимир Съемщиков, блокирующий восьмой, Чеслав Свинтицкас, или же просто Чес, десятый, снизующий. Павел Панков, капитан команды, связующий 11-й. Максим Белогорцев, блокирующий 13-й. Алексей Кобяшов, либеро 14-й. Семен Дмитриев, доигровщик 15-й. Антон Семышев, доигровщик 18-й. Цветан Соколов, диагональный 19-й. Вадим Лихошерстов, блокирующий 24-й номер. Главный тренер Константин Брянский и команда АСК Нижний Новгород. Следующий состав: второй номер Артем Крайнов, либеро, третий Андрей Титич, доигровщик, четвертый Дмитрий Шевляков, блокирующий, пятый Антон Андреев, блокирующий, седьмой Александр Петыркин, доигровщик, восьмой Виктор Никоненко, капитан команды, блокирующий, десятый Виталий Фицов, диагональный, 11-й Денис Петровс, связующий, 13-й номер Иван Валеев, доигровщик, 14-й Дмитрий Виецкий, диагональный, 16-й Александр Мельников, блокирующий, 18-й Александр Хайбулов, связующий, и 22-й Артем Зеленков, либеро. Главный тренер Юрий Филиппов. На ваших экранах стартовые составы. Отмечу, что этот матч должен был состояться еще в начале ноября. Но, к сожалению, по всем известным причинам, из-за того, что пришлось уйти на карантин московской команде «Динамо», поэтому случился перенос, и в итоге 1, 2 и 3 декабря будут полуфинальные игры в группе «С». «Динамо», «Кузбасс» и «АСК». Вот такая тройка. Отпала еще одно «Динамо» из Ленинградской области. Опять же, по тем же причинам, к сожалению, ушла команда на карантин. Но сегодня мы посмотрим матч «Динамо-АСК», завтра «Динамо-Кузбасс», ну и послезавтра «Кузбасс-АСК». Игра началась, и сразу же достаточно активное действие от нижегородской команды. Еще раз наблюдаем, как через блок Антон Андреев забивает и открывает счет. Ну и сейчас на подаче Петыркин. Есть приемы у «Динамо», и счет у нас становится равным. Атака москвичей. Хорошее настроение. А видно по Цветану Соколову, который, улыбаясь, свое диагональное дело совершил и спокойно загнал мяч в цель. В предыдущем матче чемпионата России на его счету 21 очко, так что ждем и сегодня от Цветана результативной игры. Надо сказать, что составы практически оптимальные, все готовы, все здоровы, и это самое главное. И вот уже динамовцы добиваются успеха вновь и впервые в матче выходят в счете вперед. Не раз уже играли в Кубке России. Как раз первая встреча была именно в Кубке у «Динамо» и у «АСК». Еще одна замечательная атака. И здесь уже Сендеру заряжает. И начинается отрыв «Динамо». Счет уже 3-1.
И продолжает подавать Вадим Лихошерст. И с этой подачей не справляется либеро команды АСК. Это эйс. Эйс от Лихошерстова. И вот уже 4-1. Наращивает обороты московская команда. Начало было за гостями, но динамовцы уже 4 очка подряд набирают. И сейчас решает, какую именно подачу избрать. Но здесь уже либеро срабатывает у команды АСК. И дальше, правда, атака не получается. Только скидки от динамовцев. Ну и, конечно же, через Соколова атака. Но накрывают болгарского игрока в этом эпизоде волейболисты Нижнего Новгорода. Еще раз наблюдаем за работой блока. И Антон Андреев, который как раз-таки здорово начал. Сейчас на блоке сработал, но вот, правда, с подачей у него не вышло. И ударил очко московской команде. Ну, а теперь уже выходит заряжать цветом Соколов. Скидка работает за АСК. Элегантное движение Дениса Петровса. Аккуратненько подает. Посмотрите, действительно элегантно. И отвечает Петров своим эйсом. Здесь не разобрались динамовцы. Мы видим, как выражение лица Сэма Деру само за себя говорит. Еще раз Петров. На сей раз немного вдаль подает. И опять же Соколов пробивает, но уже читают ребята из АСК. И нижегородцы вновь работают здорово на блоке. На сей раз это делает Мельников. И после этого не получается подобраться к мячу у динамовцев. Хорошая серия для АСК. И счет уже равный. 5-5. Перешли на такие мягкие подачи. Ногой попытка была у либера нижегородцев этот мяч достать, но не получилось у Зеленкова по-футбольному сработать. Хотя иногда проходит подобное. Вот, например, Подлесных, можно вспомнить его эпизод в матче с Белогорьем, когда головой сыграл здорово. И, кстати говоря, попал в символическую сборную прошлого тура Суперлиги. Но сейчас не попал как следует, зарядил в сетку первый номер команды «Динамо», и вновь у нас счет становится равным. 6-6. Посмотрим за подачей Андрея Титича. И Титич мощно, аккуратно в дальний коридор, и там не удалось справиться с приемом. Сэм Деру пока озадачен. В атаке одно полезное действие было, но в обороне парочка просчетов в начале случилось. Ну а здесь вновь нагружают либеро. И, конечно, очень важно Соколову удачно сейчас было сыграть. До того две ошибки. Два раза блокирующие сработали классно, но сейчас тройной блок все-таки болгарский волейболист пробивает, прошивает, и на подаче Власов. А теперь уже Подлесных подключается к атаке и не оставляет никаких шансов игрокам АСК. Аккуратно. Точно. По центру. Продолжается такая качельная сейчас игра. Если в начале динамовцы вели в счете с неплохим отрывом, то потом АСК удалось сравнять. И
вновь мы наблюдаем равенство. Восемь-восемь и подача у Мельникова. Сетка заряжает. К сожалению, для себя игрок нижегородской команды. Панков попробует капитан московского «Динамо». Хорошая серия была пока у Лихошерстова. Но сейчас подача Панкова вроде бы была средней, но оставляла шансы динамовцам. Не успели заблокировать здесь. Рядом как раз с блоком удачно игрок АСК пробивает. И вновь работает дуплет от нижегородцев. Здорово выпрыгивают. Приноровились. И теперь от рук латвийского связующего Дениса Петровса. Мяч на площадку «Динамо» залетел. Удается либеро АСК до мяча добраться. Работает блок «Динамо», но продолжается атака. А вот теперь аккуратно заряжает в плечо Лихошерстову игрок нижегородцев. И мы видим, как меняются эмоции. Уже нахмурился цветом Соколов. Если вначале были улыбки, ну вот так вот отскочило сейчас от Лихошерстова. И впереди на 2 очка. АСК. Деру. Сэм Деру. Одно отыгрывает. 10-11. И как раз сам бельгиец будет подавать. Но прямо в сетку. Не раз уже сегодня мы видели подачу в сетку. Обменялись по эйсу команды. Но все-таки по большей части пока подачи не слишком хороши. Петеркин. У него достаточно мощно вышло, но атака подлесных, и здесь очко за АСК. 13-10 в пользу нижегородцев, и опять же есть недопонимание у динамовцев. Смотрят друг на друга, что идет не так, и понятное дело, показывают нам режиссеры Константина Брянского, намекая на то, что возможно, тайм-аут необходим. Сейчас нет. Не удалось Петеркину этот мяч спасти. И Соколов очередное очко набирает. Пока где-то близко. По-прежнему особого преимущества у АСК нет, несмотря на то, что команда в счете ведет. Но понятное дело, по всем примеркам «Динамо» сегодня фаворит, но «Динамо», вот и Лихошерстов сразу же ошибается. Не получилось подача у 24-го номера московской команды. А так вот, динамовцы свой последний матч сыграли 28 ноября, а до того 28 октября. Так что месячная пауза была, понятное дело, это не могло не сказаться. Тяжело уходить на карантин и заново набирать кондиции. Поэтому главное, что все здоровы, главное, что все готовы играть. И вот через игру непосредственно будут форму набирать. АСК с подачей ошиблись, но зато в атаке срабатывает команда. И украинский диагональный Дмитрий Виецкий забивает 15 очко своей команды. 15-12. АСК впереди. Ярослав Подлесный! А здесь отвечает Подлесный.
Начал я говорить о том, что команды уже играли в кубке в предварительной стадии 2018 года. Тогда «Динамо» однажды обыграла АСК 3-1, но в другой встрече уступили 2-3. В 2019 году также в кубке дважды 3-0 «Динамовцы» АСК обыграли. Причем тогда на групповом турнире «Динамовцы» стали первыми, а АСК как раз вторыми. Ну и в Суперлиге две победы со счетом 3-0 в конце 19-го, начале 20-го года. Так что последние игры, 4 игры подряд, стабильно 3-0 в пользу «Динамо». Но АСК обыграл команду московскую, поэтому все возможно. Власов добивается успеха, но пока «Динамо» приближается лишь на расстояние в 2 очка. Белоглубые никак не могут даже сравнять счет. Но вот сейчас нужна, конечно же, подача, нужна серия из подач. Не получается у Власова. И вновь преимущество АСК 3 мячей достигает и будет пробовать блокирующий Александр Мельников. Довольно неплохо подает. Срабатывают и в защите игроки АСК. Но здесь не попадает Петыркин. Было пространство, куда посылал мяч 7-й номер Нижегородцев. Еще раз посмотрим этот момент. Переиграл он тройной блок, но не попал в угол площадки. Панков. Мощная подача. Справляются игроки АСК с ней. И стало получаться у нижегородцев довольно неплохо работать на приеме. И плюс ко всему блок, который принес несколько важных очков. Ну а сейчас мы видим от Деру в аут уходит. Блокаут случился. И подача Виецкого. Не получилось у него в площадку попасть, но имеют право на риск, конечно же, игроки АСК. Сейчас им эйс крайне необходим, чтобы выросло преимущество до 4. Но в любом случае, даже 3 очка вполне комфортно, вполне неплохо. Стараются этого придерживаться, зарабатывают вновь очередной балл. 19-16. И потихоньку подбирается АСК уже к тому, чтобы первую партию, первый сет выиграть. Но, правда, сейчас самое непростое будет время. Естественно, динамовцы постараются включиться, как сейчас это делает Лихошерстов, который пробивает по блоку так, чтобы мяч отлетел в аут. А так тоже нужно уметь мощно, аккуратно при этом, и в аут мяч летит. Появляется Чеслов Свинтискис вместо Лихошерстова. И как раз Чес сейчас будет подавать. Посмотрим за этим оружием московской команды, что связующий преподнесет. Ну, справляется Зеленков. И более того, дальше атака развивается у АСК успешно. А вот и понятно, ожидаемо. Обратная замена под подачу. Чес выходил, хотя у Лихошерстова, как мы помним, в начале была очень неплохая серия. Потом зарядил в сетку. Власов пригвоздил сейчас. Как он умеет, конечно, выпрыгнул ввысь. Здорово. Давайте насладимся этим эпизодом. Раз. И выставил руки игрок АСК. А мячик уже давным-давно о площадку щелкнул и улетел. Не удается. Не удается сработать в защите «Динамо». Соколов не
справился. И вновь пресловутые плюс 3 для АСК. Уже мы видим на протяжении достаточно продолжительного отрезка времени команда из Нижнего Новгорода все время 3 очка ведет. Ну, в лучшем случае для Динамо 2 получается. Как сейчас динамовцы счет сократили до 19-21. Подлесных. И очень непростая подача для АСК. Атаки не будет, зато будет у Динамо. И вновь Власов. Вот сейчас действительно очень важный момент в первом сете. Возможно, решающий. Власов забивает таким образом одно очко. И сразу же реакция тренерского штаба АСК. Юрий Филиппов берет тайм-аут. Ну что ж, сейчас важно было, конечно же, немножко успокоить свою команду Филиппову, поскольку АСК ведут в счете, но динамовцы опытные, белоголубые, приблизились на очко. Ведь мы помним, последний раз Динамо вели 9-8, а после этого уже постоянно АСК как сравнял счет, вышел вперед и не подпускал соперника. И вот сейчас важное 22-е очко для нижегородцев. 22-20, как раз после тайм-аута, который вовремя взял Юрий Филиппов. И подача Титича. Мощная подача. Либеро все равно подбирает у Динамо. И здесь Деру. Сэм Деру. 21-22. Получился хороший перевод, причем скопились игроки АСК в одной зоне, но Деру сумел отличиться. Появляется Семышев вместо Власова, но в площадку не попадает. Пока не работает ход появлением игроков для подачи. Два раза вышли, что Чес, что Семышев, но ошибались. Ну а АСК сейчас вполне возможно какое-то рискованное действие будет. Нет, все надежно, но есть Соколов у Динамо, который вспомнил, как он умеет забивать. В начале как раз первое очко было за Соколовым. Ну и сейчас поверх блока аккуратненько кладет болгарский волейболист. А мяч точно в площадку. Капитан Динамо подает. Панков удается принять Петыркину. И атака все от того же седьмого номера. Но здесь отбились динамовцы. Работа АСК. И это очко для Динамо. 23-23. Москвичи сумели сравнять счет. И нас ожидает очень интересная концовка. Звучит комбинация нужная. И понятное дело, сейчас хотелось бы динамовцам, чтобы капитан Павел Панков отправил мяч точно, но во всяком случае подача очень даже хорошая. И завершение. Деру. 24-23. Динамо получает сетбол в концовке первого сета.
Отличный первый сет для АСК, но сет был у Динамо. Юрий Филиппов берет тайм-аут. Ну что ж, возвращаемся на площадку и продолжение от Павла Панкова. Предыдущая была очень мощная подача и сейчас тоже. Вроде бы по задумке и неплохо, но вверх в сетке и счет становится 24-24. Естественно, динамовцы хотели отличиться. И по возможности эйсом, но продолжится у нас первый сет. Да, отлично! И очередной сетбол для московской команды. Сейчас пробуют, пытаются команды именно активную подачу сделать, чтобы заработать сразу же очко. Сэм Деру. Скидка. Но динамовцы потащили мяч. Деру, Соколов. Атака у АСК не получается. Зато у Динамо Соколов. Нет, мяч поднимают. Он в игре. Сейчас друг другу, как горячий пирожок, его передают. И в итоге зарабатывает АСК 25-е очко. Непобедное для них в первом сете, но очень важное. Игра продолжается. 25-25. Петыркин, доигровщик нижегородцев на подаче. Через сетку Деру принимает. И Деру завершает. Мощно пригвоздил. Сэм Деру разыгрался явно. Если начало у бельгийца было не слишком хорошим. И опять же вспоминаем его взгляд в первую половину первого сета, то сейчас несколько классных атак у Деру и Лихошерстов. Он начинал с хорошей подачи для Динамо. Закончит ли сет? Лихошерстов, есть прием у АСК и завершение, но завершение не прошло. Первый сет за Динамо 27-25. Но получился первый сет очень интересным, трудовым. По запросу команды АСК челлендж. Состоится судейская процедура видеопросмотра. Челлендж. Берут игроки АСК. Понятное дело, сейчас соломинка спасения. И касание искали, касание смотрели. Но запрос не удовлетворен команды АСК. Итак, 27-25 в пользу Динамо Москва после первого сета. Ну что ж, согласитесь, мы с вами посмотрели весьма хороший волейбол в первом сете. И самое главное, самое приятное, что публика тоже вместе с нами здесь, на стадионе «Динамо», на волейбольной арене «Динамо» на улице Василисы Кожиной. И имеют возможность вживую наблюдать за игрой. Ну а кто не может, пожалуйста, по телеканалу «Старт» обязательно смотрите, наслаждайтесь
игрой мастеров, как сейчас мы с вами наслаждаемся лучшими моментами первого сета. А тут было на что посмотреть, и классное завершение, и игра блока. В общем, все, что мы любим в волейболе, имело место быть. И парочка эйсов достаточно неплохих, причем и от «Динамо», и от АСК. Ну и надо сказать, здорово получилось у ассоциации спортивных клубов из Нижнего Новгорода навязать борьбу «Динамо» в первом сете. Долго, долго вели, если обратить внимание как раз на... Давайте посмотрим по статистике, по атакам 16-13 в пользу «Динамо». Блок за АСК, эйсы за АСК. Но, к сожалению, для нижегородцев по ошибке тоже у них преобладают. Так вот, динамовцы вначале немного вели, и после 9-8, впервые после этого они вышли вперед только когда сделали счет 24-23. То есть огромный отрезок первого сета был за нижегородцами. И они постоянно плюс 2, плюс 3 очка держали. Но удержать не получилось у команды гостей, можно сказать, гостей. Здесь, повторюсь, у нас, во-первых, Суперлига, третий тур, матч, который был перенесен, ну и плюс ко всему это еще и, конечно же, кубок России, кубок Ревы, напомним, посвящен 2009 года Константину Кузьмичу Реве, легендарному отечественному волейболисту. Ну и осталось определить для финала четырех только лишь одну команду. Прекрасные болельщицы, конечно же, которые радуются, Маш, в ответ, что их показывают. И... либо «Динамо», либо «Кузбасс», либо «АСК» присоединятся к «Зениту» Санкт-Петербург. Собственно, в Санкт-Петербурге будет проходить финал четырех. К «Локомотиву» уносит в Сибирск и к «Зениту» Казань. Второй сет у нас начался. И начался он очка Вадима Лихошерстова, заработанного. 1-0 «Динамо» на счет открывает во втором сете. И как раз Лихошерстов будет подавать. Справляется Зеленков. И атака от АСК. Андрей Титич. Счет 1-1. Важно, конечно же, для нижегородцев сейчас остаться на плаву, не раскиснуть, не расстроиться из-за того, что первый сет, понятное дело, делали на него ставку, чтобы сразу же попробовать сет выиграть, завязать борьбу в матч против «Динамо», заставить, возможно, где-то и понервничать соперника. Но опять динамовцы вперед выходят, Соколов на подаче. Константин Брянский пока сегодня тайм-аут не брал. Дважды поговорил, понятное дело, со своими, когда паузу просил Юрий Филиппов. Но опять же, были моменты, когда и нам намекали, режиссер трансляции, о том, что неплохо бы Брянскому что-то придумать, что-то подумать. Но нет, нет. Он четко знал, что динамовцы сумеют в конце первого сета борьбу удачно не только навязать, но еще и догнать и перегнать соперника. Ну а здесь АСК начинает весьма неплохо второй сет. Команда ведет в счете 3-2. Но у «Динамо» отличная поддержка. Болельщики всегда с любимой командой, и их слышат динамовцы. Динамовцы, естественно, и благодаря
мощной поддержки тоже приободряются. И Соколов заряжает. Зеленков не сумел мяч этот спасти. Подлесных. Работа Баранова и Деру. Дер очень парочку важных очков в концовке первого сета принес для Динамо. Ну и сейчас динамовцы, опять же, играют, как и на старте первого сета, немного качели. Тогда удалось им, правда, повести, но быстро АСК отыграть. И дальше пошли качели. На некоторое время. Вновь добивается успеха нижегородская команда. Не так все радостно с настроением, как было по ходу первого сета. Прекрасно понимают, что в любом случае будет очень тяжело сегодня. Ну и надо сказать, надо вспомнить, после этой атаки, после этого гвоздя от Власова, который вновь показывает, как он прекрасно умеет прыгнуть. Ну а сейчас посмотрим за его подачу. Илья Власов. Мощно заряжает, но не попадает. Площадку мяч перелетает. И 5-5 у нас счет равный. Вспоминаем игры прошлые. Тур был на выходных. В пятницу даже играли АСК и Локомотив Новосибирск. И АСК дали бой. Очень даже серьезный Локомотиву, чемпиону прошлогоднему. Сейчас у нас атака АСК будет. Будет, но есть прием Динамо. Затяжной розыгрыш. И все-таки Соколов аккурат по диагонали приносит 6-ю очко. Динамо, так вот, АСК и Локомотив выдали хорошую битву. Со счетом 2-3 нижегородцы уступили, но поборолись, попытались зацепиться. Динамо же обыграл 28 числа в субботу в Белогорье со счетом 3-1. И таким образом мы видим, что в турнирной таблице Динамо хоть сыграли пока не так много по сравнению с другими командами. Здесь есть, например, у «Зенит» Казани 11 проведенных матчей, у динамовцев всего лишь 6. Но все победы, 18 очков, 18-2 по сетам, так что все более чем здорово в этом плане у «Динамо». У АСК, понятное дело, ситуация несколько хуже. Там 13-я строчка, всего лишь 5 набранных баллов после 7 игр, 9-19 по сетам. И 2-5 по разнице. Но АСК, АСК по-прежнему в игре, и не зря нам Юрия Филиппова демонстрирует, который внимательно следит за действиями своих подопечных. Сейчас подавать будет Виецкий. Диагональная команда из Нижнего Новгорода, Виецкий. Ну и прекрасное завершение от Подлесных. Работал блок очень неплохо у АСК в первом сете, причем даже в первый час, в первой половине этого сета. И найти бы вновь противодействие против команды «Динамо», против Соколова, Деру. Соколова очень неплохо закрывали и пару раз хорошие очки на блоке АСК забирали. Но при этом атаки проходят. Счет равный 7-7. Так что наблюдаем мы действительно интересную борьбу. Интересное продолжение. И важная подача для Петыркина.
Но проходит, проходит атака у Подлесных. И действительно, сейчас атака на атаку у нас идет. И пока нижегородцы не могут справиться с этими атаками от «Динамо». Причем блок выставляют, но просто не успевают. Не поспевают здесь, в том числе и связка хорошо работает. Игровка и Лихошерстов также замечательно подает. Подача 24 номера команды «Динамо». И, пожалуйста, счет у нас в пользу «Динамо» в 2 очка. Означает ли это, что сейчас москвичи попробуют серию выдать? Опять же, на подаче Лихошерстова. Да, 10-7. Вот так вот удается сегодня, что в первом сете, что во втором серии. Понятное дело, что сейчас тайм-аут. Конечно, не нужно ни в коем случае упускать ситуацию Юрию Филиппову. Поэтому, чтобы немного сбить Лихошерстова, он берет паузу. Филиппов здесь нарисовал на планшете, что нужно делать команде. Немножко так жестами продемонстрировал, пораскачивает соперника. К сожалению, не удается нам послушать, о чем говорит тренер нижегородцев. Но удастся ли нам увидеть самое главное? Самое главное это. Заряжать Титич, но Лихошерстов отрабатывает в обороне. И продолжение. Атаковал дыру. Титич вновь. И через блок зарабатывает третий номер АСК. Очко для своей команды. И разговаривает с арбитром по поводу предыдущего эпизода. Андрей Зиновичу претензии предъявляет. Динамо в атаке, но справляется. АСК в обороне, правда, мяч отдает на половину площадки соперника, но не получается у москвичей с первого раза. Зато Подлесных тут как тут и вновь нагружают оборону нижегородцев. Московские волейболисты здесь угроза может абсолютно от разных игроков исходить. Соколов. Его мощная подача. Пожалуйста. Соколов зарядил. И это эйс. Конечно же. 12-8. И вот уже плюс 4 в пользу «Динамо». Соколов продолжит. Подача от Цветана на сей раз в сетку. Но в любом случае очко заработать удалось. Это тоже неплохо. И сейчас попытка уже от Петровса. Денис Петровс. Помним мы от него мягкие номерные подачи в первом сете. Ну а Соколов разобивался. Причем сейчас нет никаких улыбок у «Динамо» и сосредоточены. Не сказать, что напряжены, но прекрасно понимают, что так просто ЦСКА не сыграешь. Тем более, опять же, только-только вернулись после карантина, только-только сыграли одну встречу в чемпионате.
до того месячная пауза была. И напомню, что в Лиге чемпионов 28 октября уступили Торентино. 0-3, к сожалению, для себя вылетели динамовцы из Лиги чемпионов. Но там, понятно, немного не повезло, что попалась итальянская команда. И было сложно. Было сложно, не смогли пройти в Лигу чемпионов, зато смогли в Кубке ВКВ себя проявить. И сначала, пусть и без игры, ЦСКА Будějovice пройден. Ну а здесь обмен неплохими атаками был у команд. И по-прежнему плюс 3 для «Динамо». Так вот, будет продолжение, причем будет продолжение в Кубке ЕКВ здесь, в Москве. Отлично! Здесь состоятся матчи в декабре. Вновь «Динамо» удается на 4 очка оторваться. Панков. Ответ был от Андреева, но атака не прошла. Мяч у «Динамо» и Деру. Деру забивает 16 очко, плюс 5. И вот они уже, улыбочки, пошли у бело-голубых. Впервые во втором сете плюс 5. Деру, напомню, признан лучшим игроком «Динамо» сезона 2019-20 по версии болельщиков. Сейчас будет челлендж, будет просмотр эпизода касания сетки по мнению АСК. Ну что ж, проверим. Проверит, конечно же, арбитры сейчас. Максим Бердников посмотрит внимательно этот эпизод. Ну и после увидим и мы, что же там было или не было. Приходится, по всей видимости, присмотреться к моменту. Ну, а я пока напомню, пока у нас пауза, что Кубок ЕКВ, как я уже сказал, будет в Москве. 1/8, 1/4. Игры будут 16 и 17 декабря. Процедура видеопросмотра, принято решение, что касание сетки, касание сетки не было. Не был удовлетворен, у нее осталось право на один запрос видеопросмотра. И один видеопросмотр остается у команды АСК. Здесь касания сетки не было, поэтому продолжается подача «Динамо». Панков. Аккуратно. И почти, да? Почти удалось поднять Баранову, но все равно очень мощная была атака от Виецкого. И Виецкий сам же подает. Подает неплохо, но есть прием у «Динамо», есть и атака. И зарабатывают очередное очко бело-голубые. Да, конечно, когда ведет «Динамо», то здесь, наверное, особо надеяться на то, что какой-то чудо-камбэк случится, шансов меньше, нежели когда преимущество было у АСК в первом сете. Но, правда, есть разница в 3 или в 5 очков. Но сейчас надо, надо в любом случае АСК где-то немного рисковать, где-то добавить и в защите, вновь вернуть свой хороший блок. Ну и, конечно же, если удастся один-другой эйс исполнить, это было бы для АСК весьма кстати. Вот сейчас атака будет. Нет, спокойно, спокойно Баранов принимает. А вот здесь Баранов уже не успел к мячу, хотя летела рыбкой. И зарабатывает АСК очком.
Плюс 3 таким образом для «Динамо», но потихоньку отрыв сокращается. Еще раз наблюдаем. Вот он блок, да, включился против Соколова. И сработал в пользу нижегородцев. Подача АСК. Будет атака. Да, Подлесных. Выпрыгивал Лихошерстов. Подлесных завершил. Но здесь, как всегда, много вариантов у «Динамо» для розыгрыша. И нужно предсказывать волейболистам АСК, что же именно случится. Блок работает, но не всегда получается успешно. Лихошерстов на подаче. Это интересно сегодня, по крайней мере, точно. Зеленков забирает и даже дальше удается забить. Замена у АСК. Вместо Андреева Валей появляются. Так вот, продолжу я все-таки про кубок ИКВ. Динамовцы сыграют с Воеводиной из Сербии, а румынская Аркада с Ликургусом из Нидерландов. Это будет в 1-8 16 декабря. Ну и 17 победители пар, соответственно, сыграют друг с другом. Так что это тоже будет очень интересно. Насыщенный вообще предстоит декабрь для команд. Ну а для АСК, пожалуйста, эта неделя тоже весьма убойная. Сначала игра с «Динамо», потом четверг с «Кузбассом», потом в субботу с «Зенит Казань». Такие три мощных команды, и надо же еще силы распределить. «Динамо» набирает 20 очко и вновь плюс 5. У нас получается в пользу бело-голубых. И очередной тайм-аут. Да, сегодня пока паузу просит лишь Юрий Филиппов. И очередной тайм-аут во втором сете. Улетит, улетит, да? Все, поехали. Три подачи. Три подачи пробуем догнать. Попробуем пятую, да, Ну, по крайней мере, удалось услышать, что про подачу говорил сейчас Филиппов. Нужно, понятное дело, сейчас для начала сделать съем. Ну, а потом свою подачу и серию желательно. Надо набирать очки сейчас. АСК не получилось. Динамовцы дарят очко команде сопернику. Ну и вот на подаче Денис Петерс. Счет 20-16 в пользу «Динамо». Петерс мощно не подает, как мы понимаем. Продолжение от АСК. Здесь Баранов забирает. Ласов пробивает, но не забивает. Вновь динамовцы. Атаку пытались провести теперь через Соколова, но как надежно и внимательно АСК действует в обороне. Еще одна атака теперь уже от Сэма Деру. И видно, как эмоционально «Динамо» встречает этот эпизод. Все одинаково руками движение такое синхронное сделали, радостное. Очень важно сейчас было «Динамо» завершить эту атаку в свою пользу. Не все получалось, не все удавалось. И вот появление Шкулявичуса. Впервые наблюдаем в этом матче за Романосом. За диагональным москвичей. Здесь, конечно, опции весьма симпатичные. Ну и есть кому выйти, есть кому немножко передохнуть. И Чес тоже появился вновь.
динамовцы уже плюс 6 имеют во втором сете. Волос в одиночку работает с блоком. Здесь просмотр будет заступа подач. Опять же, челлендж от АСК. Пока челлендж не работает у нижегородцев. По итогам процедуры видеопросмотра принято решение, что заступа не было. Не было заступа. Вопрос команды АСК. И челленджев таким образом нет. Нет видеопросмотра у команды Боли в этом сете. Ну, понятное дело, что если какое-то сомнение есть, и попробовать немного дестабилизировать ситуацию, поскольку уже в концовке по запросу команды плюс 6 команды Динамо имела, сейчас уже динамовцы берут просмотр аута. Вот так вот у нас два подряд игровых момента заставляют включить видеопросмотр. Но что интересно, пока не работает. Получится ли сейчас? Ну, вот. Болельщики Динамо. Мяч был в площадке. И динамовцы таким образом были правы. Абсолютно у них остались и два просмотра еще в этом сете. Ну и плюс ко всему, самое главное, это счет 23-16 в пользу бело-голубых. Атака будет. Нет, здесь мяч достается АСК. Но в любом случае динамовцы прекрасно себя ощущают. Во втором сете удалось поймать волну, повести и на протяжении долгого времени где-то в районе плюс 5 иметь преимущество. Вот и дыру, и таким образом мы видим, что у Динамо 7 сетболов. Динамо замена. Вместо Юрия Власова, номер 2, на площадку вышел Антон Семышев. Появляется Антон Семышев вместо Ильи Власова. Ну и сейчас увидим мы подачу 18 номера. В первом сете выходил не слишком удачно. Подал тогда в сетку. Ну а сейчас Динамо завершает сет. Леха Шерстов 25-17. Выиграла команда Динамо. 25-17 в пользу Динамо. 27-25 с таким счетом завершился первый сет. 25-17 второй. Во втором уже динамовцам было попроще. Ну и если разбирать как раз вот это вот преимущество по очкам, то такой качельный старт закончился при счете 8-7. После этого уже Динамо потихоньку отрывалось от соперника. И имели преимущество 12-8, потом 16-11, когда впервые было плюс 5. Потом и 22-16. Ну и в конце концов вышли на максимум на 25-17. Таким образом плюс 8 привезли сопернику. Ну и мы наблюдаем за успешными атаками динамовской команды. Как удалось во втором сете москвичам пробивать и блок, и работать первым темпом, и пайпом, и по диагонали. В общем, по-разному. Здесь проходило все по максимуму, разве что эйс не припомню, но и без этого довольно результативно и, в принципе, быстро все сложилось для бело-голубых во втором сете. Но, опять же, еще игра не завершена, и
Сейчас очень важно и интересно, конечно же, как начнется третья партия у нас. Сумеют ли нижегородцы навязать борьбу? Возможно, как и в первом сете, плюс 2, плюс 3 иметь. И заставить динамо включиться. Но, впрочем, подождем, а пока статистику смотрим. Атаки в пользу «Динамо», блок в пользу «Динамо», эйсы тоже. Все в пользу «Динамо». Во втором сете очень удачный он получился. Да? Даже вроде как особо эйсы и не вспоминались, а их три штуки и блок, который был хорош у АСК в первом сете, во втором не получился, а у «Динамо» да. И по атакам, опять же, все очевидно. Но помимо «Динамо», помимо АСК, здесь еще есть кемеровская команда «Кузбасс». Напомню, прошлогодние чемпионы. Это будет очень интересно. Конечно, главный матч, пожалуй, да, по всем расценкам, расчетам, игра «Динамо-Кузбасс», которая состоится завтра в 19 часов по Москве. Понятное дело, здесь же. Это будет очень любопытное противостояние. Динамовцы играли в этом сезоне с Кузбассом чуть более месяца назад. Обыграли в гостях со счетом 3-1. Но тогда Зайцев и компания поборолись. И такой хороший, добротный матч получился. Ну а сейчас у нас сет третий. Динамовцы начинают успешно его. Сэм Деру открывает счет. Сэм Деру — любитель цифр, между прочим. И довольно неплохое образование имеет. Изучал экономику, бухучет. Его всегда цифры интересовали. В итоге получил диплом. Так что математик. На волейболе считать и просчитывать надо. Сейчас 1-1 счет. Нижегородцы подают. Делает это Петыркин. Ну и здесь аккуратная, идеальная подать. Идеальное попадание. А Съемщикова появился на площадке. Владимир, блокирующий команды, восьмой номер. Ну, здесь можно, конечно, дать поиграть максимальному количеству игроков. Практика нужна, нужно возвращаться в форму. Два-два. Пробивает блок Виецкий. И Мельников на подачу. Отличная связка. И Школявич. Вот и работа диагонального, который вышел вместо Соколова. Школявич забивает и сейчас будет подавать. Романос. Есть прием от Титича. И сам же атакует. Мячик перелетает наполовину динамовцев. Ну а здесь удается его спасти. Но атаки не будет. Атака будет у «Динамо». И работа уже ногами Виецкого. Но было поздно спасать мяч в этой ситуации. Конечно, добавляет это эмоции, добавляет улыбок. Сэм Деру. Еще раз давайте посмотрим. Здесь обманные от Власова. И подключение Деру мощное. Идеально. Идеально все получается для команды «Динамо». АСК, впрочем, пытается не отставать. Сокращают, по крайней мере, до одного очка. 3-4 и подача у АСК.
Петровс. Ну, вновь аккуратный планер, с которым справляется Динамо. И здесь уже Подлесных забивает. Скидка на Подлесных. И счет становится 5-3 в пользу Динамо. Сам же Подлесных и подает. Интересно будет посмотреть завтра дуэль Подлесных против его прошлой команды. Против Кузбасса. Вообще, если сейчас посмотрим за подачей. Подача у Тича не получается. Динамо происходит постоянно перестановки. Очко достается бело-голубым. Но просьба просмотра, да, здесь очередной челлендж. В третьем сете имеются у АСК такие возможности, поэтому просмотр состоится. Но, впрочем, быстро он состоялся. По итогам процедуры видеопросмотра принято. И мы смотрим, что мяч был в площадке. Мяч. Попадать таким образом абсолютно правы ребята из АСК. И у них остается еще два просмотра. А самое главное, счет сократился опять же до минимума. И даже сравнялся. 6-6. А вот теперь просмотр уже будет команды «Динамо». Здесь мы видели, как раз подсказ был. О необходимости этого сделать. И попросил брянский просмотр. И да, касание блока было. И вот так вот и одни были правы, и другие до того, как мы помним, не попадали. Но по большому счету те решения брались просто, чтобы ну, а вдруг получится. Ну а сейчас все внимательно командами было правильно увидено. Вновь у нас такое непростое начало сета. И минимально Динамо ведет. Пока оторваться команде не удается. Но вот сейчас через блок Шкулявичус набирает очко, пробивая блок команды АСК. Начал я говорить о том, какие были переходы перед сезоном. Сказал уже, что Ярослав Подлесный как раз из Кузбасса перешел. Также Лихошерстов и Соколов из Казанского Зенита. Семушев из Белогорья. Керменин тоже из Кузбасса. Но Керменин только помощник в Еврокубках у Динамо. Вот такая опция. К сожалению, да, для команды не может играть ни в Суперлиге, ни в Кубке России. Соответственно, только лишь в Европе. Что касается АСК, то самое главное, пришел тренер Юрий Филиппов перед сезоном из Новы. Виецкий из Катара, Китич также из Новы, Айбулов из Автомобилиста и Александр Мельников, который играл за Динамо 2, московская. 16 номер, центральный блокирующий. Динамовцы атакуют. Сэмдеру в очередной раз пробивает. Находит брешь, да, в обороне команды АСК и делает счет 10-7. Вот потихоньку, постепенно Динамо вновь, как только
Это 8 очков пробивают. Начинают свое восхождение. Очковая разница, соответственно, уже плюс 4. Блок работает. Власов очки набирает. И тайм-аут ожидаемый от Юрия Филиппова. Давай. Эмоции. Прикрывал. И так, понятное дело, здесь есть маски по всем правилам, но еще и прикрывал планшеты Филиппов лицо, чтобы не было на всякий случай слышно. Но удалось разобрать, значит, давайте, эмоции. Хватит ли эмоций у команды АСК на то, чтобы хотя бы сет суметь зацепить у «Динамо» сегодня? Посмотрим. Пока 11-7 в третьем в пользу бело-голубых. И только «Динамо» набирает 12 очков. Еще раз смотрим эпизод. Утидич сквозь блок соперникам. Но опять же, этого мало. Если сейчас постоянно обмениваться атаками хорошими, особо ничего это не даст. Нужно наладить подачу АСК. Возможно, где-то через риск. Ну, а посмотрите, как Сэм Деру сейчас идеально было видно по картинке площадку и как находит свободную дырочку Сэм Деру. Куда именно ему нужно сквозь блок пробить. Плюс еще и не успевает поднять мяч с задней линии. Антон Семышев. Ну, на сей раз не на подачу. Помните, в первом и втором сете по разу мы видели Семышева, когда именно он на один розыгрыш появлялся и уходил. Сейчас подавал Шкулявичус. Не получилось у него очко заработать. И АСК. Ну, тоже здесь удается завоевать 10-й балл. Но не сказать, что слишком такая подача была каверзная. Просто не удался прием «Динамо». Ну и как раз на приеме был вышедший не так давно Семыш. Ну и нужно Петровсу тогда попробовать захватить подачу и сейчас отработать в обороне АСК, что они и делают. А атака будет, но будет блок у «Динамо». И отскакивает площадку. А там уже никого из игроков АСК не оказалось, кто бы смог за этот мяч, за этот отскок побороться. Да, все оказались в другой зоне. И в итоге еще и подача. Ну вот, пожалуйста, Семышев. То, ради чего, собственно говоря, выпускали Антона в первом и втором сете, работает в третьем, когда он появился уже на определенный отрезок времени. Он делает эйс. Сейчас имел право на риск. Не получилось попасть. Немножко так хмурится Семышев. Ну, попробовал атаку. Не прошла она. Впрочем, преимущество по-прежнему достаточно комфортное у «Динамо». И немножко удается сократить АСК. Счет становится 15-12. Здесь об дыру обыгрывает Ивинецкий. И
от бельгийца уходит в аут. Но подача у Тича не получается. В предварительном раунде в кубке динамовцы играли с командами Динамо Ленинградская область, Зенит Санкт-Петербург, Белогорье Факел, и всех обыграли. Ну а здесь есть у Динамо то, что очень любят, конечно же, болельщики, когда получается хорошая подача. И, возможно, еще раз Влас мощно, но на сей раз с приемом от АСК. Блок работает, и работает Шкулявичус. Но счет становится 18-12 в пользу Динамо. И тайм-аут. Очередной тайм-аут Юрий Филиппов берет. Здесь не получилось перекинуть. Мы видим, как уже в таком отчаянии Петыркин выбивал. Ну что ж, очередной тайм-аут от Юрия Филиппова. Ну и понятно, что сейчас, возможно, решающий отрезок третьего сета и всего матча. Преимущество Динамо плюс 6. И остается 7 набранных очков до победы в этой игре белоглубым. И москвичи, естественно, хотят выиграть сегодня 3-0, поскольку завтра игра с Кузбассом. Получается, сегодня такая разминка с нижегородцами. Ну а завтра уже, наверное, матч действительно за попадание в финал четырех. Не получается подача, но риск понятен и очевиден от АСК сейчас. Панков, капитан Динамо, будет подавать. АСК прошли в эту стадию благодаря успешным действиям. Добивается сейчас тоже заработанного балла, показывает нам Петыркина. Его была атака. Ну и не сумел Семышев уже в очередной раз в обороне мяч достать. Так вот, в предварительном раунде АСК обыграли дважды оренбургский «Нефтяник», и вот именно за счет этого прошли дальше, поскольку были поражения дважды от казанского «Зенита» и от «Урала», но «Нефтяник» обошли и вышли в дальнейшую стадию. Ну, я напомню, «Локомотив» Новосибирск, «Зенит» Казань, «Зенит» Санкт-Петербург. Вот три команды, которые ждут 25-26 числа. Финал четырех должен состояться. Они ждут четвертую команду в финале четырех Кубка России, Кубка Ревы по волейболу. Динамо уже достаточно существенно ведет, набирает очки, и такое впечатление, что АСК теряет веру в успех сегодняшнего мероприятия. Основным был все-таки первый сет. Набирают 15 очков, но минус 7 по-прежнему очень и очень много. Первый сет вспоминаем, когда вели нижегородцы в 3 очка, но все-таки в концовке упустили
партию. Ну и тогда, наверное, они упустили вообще этот матч. Ну а Динамо, причем не сразу, да, но все равно доводит до дыру. И Сэм заколачивает в таком спокойном ритме. Опять же, мимо блока, мимо либера, чтобы было как можно больше неудобств. Атака АСК, и таким образом у Динамо 9 матчболов. 9. И по нарастающей идет. Съемщиков. Получится съем с его подачи у АСК. Нет, не вышло. Динамо выигрывает эту встречу. Третий сет 25-15. 3-0 в пользу московской команды. 27-25, 25-17 и 25-15. Таким образом, 3-0 в пользу Динамо. И завтра еще раз анонсирую игра Динамо-Кузбасс. Послезавтра Кузбасс-АСК. А на сегодня все, друзья. Для вас эту встречу комментировал я, Дмитрий Лосев. До новых встреч. Пока-пока. Ждем завтра на наших трибунах. Спасибо!